Всем привет! Как вы знаете, мы сейчас учимся рисовать фигурки разные с помощью Java. И Java делает это просто прекрасно, нереально быстро, все как бы круто. Но иногда, представьте, у вас несколько тысяч таких фигурок прорисовывается, вы делаете какую-то игру там, или что-то в этом духе, и в итоге у вас все начинает тормозить. И тут Java опять вам приходит на помощь. Java вообще потрясающая такая штука, которая может делать вообще все, что угодно. И она позволяет даже выбирать между качеством прорисовки и скоростью прорисовки. То есть вы можете делать иногда более качественно, красивую картинку, иногда можете делать, чтобы она смотрела чуть-чуть хуже, но зато прорисовывалась быстрее. Как это делать, я вам покажу сегодня. Давайте мы нарисуем небольшой эллипс. И отрисуем его. Вот. Для того, чтобы выбрать между качеством картинки, мы можем сделать так. Мы должны в G2 set rendering hits, это называется. И в нем мы передаем два значения. Первое — это ключик, второе — это значение. То есть мы берем rendering hints, и у него есть разные ключики. Вот их, по-моему, около 8 штук или что-то в этом духе, может чуть-чуть больше. Они отвечают за разные приколы, то есть там за отрисовку цвета, за отрисовку там фонта, вот текст, это фонт, скорость отрисовки фонта, качество отрисовки там и так далее. Вот. Все я вам показывать не буду, но тут как бы ваша сейчас задача — понять саму концепцию, да, что мы можем лучше рисовать и быстрее рисовать. Поэтому я вам просто на примере продемонстрирую, скажем, с отрисовкой просто линий, а дальше вы уже по аналогии можете там разобраться, если вам в вашей программе надо будет что-то медленнее или быстрее отрисовывать, или более качественно, вы, соответственно, можете по аналогии сделать это с текстом, строки, рендеринги и так далее. Все это можно делать быстрее, качественнее. Но мы просто отрисуем линии, я вам продемонстрирую. Да, вот берем линии, и у этих же линий rendering hits есть куча значений, да, которые мы можем позадавать. Но основные, в принципе, это on и off. Вот давайте для начала зададим on. Вот, и отрисуем наш эллипс. И создадим еще один точно такой же эллипс, но который будет с более худшим качеством прорисовываться. То есть мы возьмем... Есть еще, кстати, способ rendering hints задавать вот так вот. Нам не обязательно передавать прям в G2 два параметра. Мы можем сделать так. New rendering hits. Ну, ой. Rendering hits put, и здесь сделать то же самое, rendering hits t-ellison. И здесь мы выберем off. То есть мы сделали то же самое, только мы это как бы через отдельный объект сделали. Теперь я через G2 могу set rendering hits hints засунуть сразу. Ну, тут суть в том, что мы... Это как бы мапа. То есть rendering hints, он у нас наследуется от мапа. И мы туда можем put множество таких значений. То есть по умолчанию мы сюда передаем null. У нас все значения будут по умолчанию. И потом мы какие-то конкретные меняем. То есть мы их можем целую мапу туда накидать. И потом мы сетаем вот эти rendering hints. Вот. И теперь отрисовываем эллипс. Еще один. G2 draw. Вот и все. Сейчас я вам продемонстрирую.
Вот, как вы видите, этот эллипс, он у нас прорисован очень четко, очень красиво. Этот же, как видите, тут есть такие маленькие-маленькие такие приколяшки, такая лесенка. Вот, то есть он нарисован хуже, но он нарисован быстрее. И вот таким вот образом, когда вы рисуете там ваши фигуры, вы всегда можете выбирать между качеством прорисовки и скоростью ее. С помощью вот этих проставления рендеринг-хитов. Ну, с ключиками, я надеюсь, вы разберетесь. В гугле наверняка все есть. Тут главное, что вы поняли концепцию, как с этим работать. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.